В гостиной первого детского дома оживление. Навестить воспитанников приехали журналисты «Комсомольской правды» в Саратове. Акция приурочена к юбилею издания. 85 лет назад вышел первый номер. И в свой день рождения газета дарит подарки. Игрушки и упаковки минеральной воды. Но для детей главное – внимание. Дети очень рады гостям. Они всегда ждут гостей. И поэтому всегда такие акции, как бы всегда у нас проходят очень радостно, очень весело. И всегда как бы мы их ждем. К приезду гостей здесь готовились. Несколько месяцев репетировали концертные номера. Мир похож на цветной луг, если рядом с тобой вдруг. Журналисты считают этих детей своими друзьями. И не первый раз приезжают в этот детский дом. Уже несколько лет подряд свой праздник они проводят именно здесь. Мы пообещали в прошлом году, что мы сюда вернемся. И дети, я думаю, что нас ждали, потому что, увидев нас, все многие закричали: «А вы у нас были в прошлом году, мы вас знаем». Становится очень приятно то, что дети действительно нас ждут. Праздник закончился совместным чаепитием. А на прощание журналисты пообещали приехать сюда снова в будущем году. Елена Шарова, Олег Бирюков, ТВ-центр, Саратов.